Вслед за открытием 22-го международного кинофорума «Листопад» в Минске киноэстафету принял «Листопадик». Фестиваль фильмов для детской и юношеской аудитории стартовал в столичном кинотеатре «Пионер». На торжественной церемонии побывала наш корреспондент Дарья Тарасова. Каждую осень в нашу страну съезжаются актеры и режиссеры со всего мира с целью выбрать лучшие сюжетные картины мирового детского кинематографа. Кстати, в этом сезоне на участие в кинофоруме заявлено 10 фильмов кинематографистов разных стран. Уже состоялся первый внеконкурсный показ. Ежегодно, помимо зрительских симпатий и проданных билетов, оценка картин за международным жюри в составе 5 судей. При оценке картины основную роль для меня играет то, насколько хорошо фильм сделан, насколько он сделан качественно. Также важен развлекательный момент. Если фильм трогает, если он эмоционален, это будет тот фильм, за который я буду голосовать. Хотя я понимаю, что сделать выбор будет очень тяжело. Детские фильмы – это не просто возможность посмотреть интересное кино, это еще и возможность посмотреть те фильмы, которые говорят сердцем. Дети – это взрослые завтрашнего дня, поэтому очень важно, чтобы в их жизни было больше правильных кинематографических моментов, таких как этот кинофестиваль. В этом году организаторы церемонии открытия подготовили для маленьких киноманов настоящую красочную феерию. Праздник начался еще в фойе кинотеатра «Москва». Здесь посетителей ждала развлекательная программа. Представление продолжилось в зале, где вниманию публики представили танцевальный перформанс, неоновое шоу и флешмоб. Среди ожидаемых лент кинофорума – «Парень-невидимка», «Золотое королевство» и фильм-закрытие «Семейство Крисмас». Для детских фильмов нет правил, тенденций и трендов. Главное условие – интерес зрителей, угодить которым зачастую совсем непросто. В этом году «Листопадик» открывает дебютная игровая кинокартина австралийского режиссера Стюарта Макдональда. Добрая семейная комедия «Чудак». От своего старшего собрата «Листопадик» отличается тем, что фильмы здесь рассчитаны на любой возраст и любую аудиторию. Картины оценят и дети, и их родители. Дарья Тарасова, Виктор Борисов, агентство Теленовостей.